Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня я вам представляю свое осеннее бохо с новой туникой, с новым палантином, который вот-вот обвязала кружевом. Юбочки сама сшила, юбочки бохо, одна буф, другая с оборками. У нас плюс 5, потеплело. Ночью было минус 3, вернее, рано утром, потом 0. А сейчас плюс 5 и солнце. Поэтому я налегке. Ну, в общем-то, налегке. Туника теплая. Все хорошо. Смотрим показ. Листопад. Ну вот такая я сегодня. Опять налегке. Я не боюсь холода. Все хорошо. Всего вам доброго.